Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать вот такую замечательную игрушечку. Эта игрушка подходит для девочек до годика. Это единорожка удачи или сплюшка-единорожка. Вяжется довольно-таки легко, быстро и просто. Использовала я хлопок трех цветов и добавила еще люрикс в рожек. То есть вот здесь вот в рожке, более он блестящий. Хотя по окрасу напоминает... Более, наверное, не на единорожка, а на поросенка. Добавила я вот такие вот рюшки оранжевого цвета. Рожек у меня оранжевого цвета. На самой основе у меня нежно-розовый цвет и более розовый насыщенный цвет фуксии на мордочке и конечностях лапок. Я хотела бы вам показать вот такую замечательную единорожку и поставить ее на голосование. То есть, кто желает связать ее вместе со мной, то оставляйте в комментариях пожелания, мы обязательно свяжем с вами. Удобна она тем, что ребенку очень легко брать за любую детальку, точно так же ее безопасно брать в ротик, так как хлопок чистый. Наполняла я наполнитель холофайбер безопасный. Здесь никаких нет деталей таких, что ребенок может откусить. Глазки вышиты, никаких бусинок, ничего. Можно вовнутрь деталей добавлять различные бусинки, бисер, более для развития моторики детской. Добавить какие-то погремушки. То есть это уже в принципе на ваше усмотрение и на ваше желание. Кому понравилось, конечно же, комментируйте, ставьте лайки, мне будет приятно, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан, и, конечно же, голосуем. Кому понравилось, оставляйте в комментариях пожелания. Если наберется много желающих, соответственно, свяжем с вами вместе. Хорошего настроения, пока-пока!